Тебе можно вообще будет просто подвести войска, а я подойду да захвачу. Да, а тебе, ну, так, в принципе, проще будет, потому что иначе Да. через дипломатию отдавать надо будет. Да. И все, и пойду мы идем этого петуха. Потом тариф напиздим. Да. Ты там с Трезеном что-нибудь придумываешь, ну, ты спокойно развиваешься, придумываешь, как бы Трезен себе в конфедерацию сделать. А я начинаю захват уже острова. Начну, наверное, тоже с хавки. Потому что у меня хавки нет. Хавка. А чё, я ход не отдал? Я ж отдал. Нет. Ебаный, ты сижу, жду. Блять, как парта. Парта что-то подозревает. Они мне дают 2000 еды за оборонительный союз, но нет, увы. Парте будет пизда. Всем А будет пизда мне далеко. теперь дают эти самые оборонительный союз. Итака, тоже Итака, не бери. отклонить. Ну, они поняли, мы отхватили по территории. И они такие, Причем в ага. складчину взяли их. Надо что-то мутить с этими пацанами. Дело пахнет керосином. О, ля, там летает гарпия. На острове. А, ну так у них там этот есть. Ну да. Гнездо. О, статуя Агамемнона построилась. А, отлично. Так. Ну, подводи пацанов. А я прихожу и захватываю тогда. Я постройки посмотреть. Так, а Малая сколько мне еще Покея, надо? 1800. Блять, еще 3 хода, чтобы. Ой, я могу стену качнуть. Боевой дух всех отрядов, срок сопротивления плюс один ход. Небоевые в потери при осаде минус 6%. Ага, прикольно. Бля, совсем близко подойти не могу, но в принципе вот этого должно хватить. Ну, я куда-нибудь Я туда ближе не могу. подстану. Да и все. Могу даже вот так, чтобы точно. А, нет, так не могу уже все. Надо обходить, блядь, реку. Так, ладно, что я еще могу сделать хорошего у себя тут? Так, улучшить город пока не могу. О, да, подмастерье изготовителя стрел, боезапас дальних дальнобойных войск плюс сколько-то там, плюс 3. Это мне надо. Это надо, батя. О, дом плавильщика могу построить. Но 11 тогда мне, тысяч. блядь, опять не хватает камня. Да и Чертить. хуй с ним, плавильщик тоже нужен. Он дает очень много бронзы. А бронзу я получу опять через торговлю. Доспех 65. Так, у кого там осталось? У кого я камень еще не забрал? Он какая-то на агре. Так, сколько у нее там? 200 камня. Мне надо 300. Что хочешь? 200 бронзы? Да забирай. Та собирай, та, ой, слушай, Вася, да. О, у Кносу 396 камня. А как потом 390, дай мне. замириться с этим петухом, с кефирой? Все. Мне хватает камней теперь на новую постройку. Я 600 его. Я, правда, почти все бронзу отдал. Щекуешь, так подвел, да, значит? Смогу я Ну, подойти аккуратно? Да, ты вписывайся. По и идее. хуярь. Пойди и вписывайся. Все, одной войной меньше, потом сейчас тирифнут забираем и вообще жопы. Цени. А я могу отказаться. А у Диамида? У тебя почему-то сдохнет один пацан. Какой? Не знаю, вон он там какой-то. Копейщик Да, какой-нибудь? копейщик. А, да и похуй. Ладно. Скорее всего, какой-то начальный, который у меня еще без плюшки. Ну-ка, не, он плюс один прокачанный. Но у меня сейчас все равно не на плюс 2 идут. Ну а нахуй, на петух, ладно, зато минус фракция. Да, видишь, у тебя он сдох, копьеносец. Странно. Да, вообще поебать. Так, убить всех без промедления. Обменять на ресурсы. Пополнение. Обменять на ресурсы. Атака, гер... О, нихуя себе, мне копье дали, Дима. Свинцовое копье. Коринфяне, все, пизда.
Я знаю, мы только что вместе, блядь, добили. Да. Так. Все, сейчас я немножко пополнюсь. Ху, нихуя себе! На... Трофеи после битвы плюс 30% есть скилл. Круто. Ну, это еды и вот этого всего. Так, а что еще? Влияние после битвы плюс 20. Пленных в бою плюс 20. Так, либо стоимость найма отряда в армии героя минус 5%. Я бы вот это бы выбрал. Я бы тоже, тоже. Стоимость найма пехотных отрядов с двуручным оружием минус 7%. Не. Стоимость найма дальнобойных отрядов... О, тут я на вот это пойду. По этой ветке. Трофей такой себе. Так, нет, трофеи, ну... хороши, но там, знаешь, не факт, что ты будешь прям вот столько воевать, что у тебя, ну, да, на трофеях, да, выйдет плюс. Да. Так, ну остается последний теринф этот ебануть, чтобы мозги не ебал, и все. Угу. И начать надо остров захватывать. Будешь, угу, мне помогать. Угу. Пока у тебя больше ни с кем войн нет, и у меня тоже. Так, так, что я хотел, что я хотел? А, я сейчас ничего не смогу сделать, да? Начнем с более мелких, то есть... то пока птички ебаные у него эти 3 города. Потом он. Пилос у него 2 города. Элида у нее 2 города. И Иония у него 3 города. А потом уже Спарту. Ой, ебать, он тут в этой в Steam Фафали этот сделал. Фрикторию построил. А, я, кстати, да, можно... у него в этой тоже была фриктория. Ее, кстати, можно пока оставить. В Эрхомине. А я сношу, я такие мелкие города, я все под ресурсы делаю. Не, ну да, просто она как бы добавляет 10% хода. Ну лучше подмастерье изготовителя стрел, блядь, сделай, чувак. А, ну типа это... Боезапас увеличивает. Да. Правда, она увеличивает тех, что, да, будут наняты после того, как она появится, а не те, кто уже наняты. Это, но да, нанимать ты еще будешь много, поэтому это выгодно. Например, у меня в бронзе мастерская бронника есть. Но я буду нанимать... А, подожди, а если я в основном городе буду нанимать, это не считается, да, же? Тоже будет считаться? Не, считается, это же вся одна провинция. Угу. Это да. Тогда можно будет сделать. То есть у меня в дереве стоят стрелы... Ну, просто у меня будут настолько пиздатые бойцы прокачаны, ты просто не представляешь. Если я сейчас еще вторую эту хуйню качну, которая 40% стоимости добавляет, но зато плюс третьи уровни, плюс они прокачаны там будут. Это будет круто. Так. Но у меня, кстати, уже нанимаются неплохие, потому что, как я говорил, что у меня и лучники вы покруче получаются, и щитоносцы у меня на плюс 2 уровня идут с самого начала. Так, что тебе дать? Плюс 4, давай. С тобой, дружочек, я буду пока дружить. О, кстати, у нас между столицами дорога есть. Мы братьюни, ёпта. Вассализация. Ух, слушай, я могу вот этого Аякса вассалом просто тупо сделать. Даже не захватывать его. У меня минус 19 всего лишь. Но, не, 19 тысяч не прокатит. Не, ну это мне понятно. Я его потихоньку снижаю. А снижается по плюс 4, если я с ним торгую. Аякс, блядь, это где вообще? Это сейчас покажу. Это вот он. А, Саламин. Саламин, да. Аякс, блядь. Ну, это у него там сидит Аякс, герой. А, ну да, кстати, тема. То есть ты в эту сторону пойдешь, вообще потом, без войны. Потому что минус 19, это вообще не сильно-то много, на самом-то деле. Это копейки. Норм, норм. Вассализация, потом этот, да, конфедерацию, и охуенно. Ну, тебе в любом случае потом надо будет свою территорию увеличивать, а не вассалки. Ты пойдешь нападать, петух. Конфедерация работает через вассалитет. То есть ты сначала вассалом его делаешь, он с тобой там какое-то время живет, радуется, счастливый. А потом ты ему говоришь, короче, ну это... Независимость, это, конечно, пиздата даже условная, но, знаешь, мне что-то как-то... Ты не нравишься. Вот именно ты не нравишься. Твоей территории нравится? Мне не нравится твоя рожа, да. Да, мне вот твоя рожа не нравится, а территория у тебя пиздатая. Короче, давай конфедерацию. Ты теряешь вообще всю независимость, становишься моим прямым подданным. Кстати, а у этого минус 77 все равно, сучонка. Че, ему тоже надо подарки дарить, что ли? Плюс 6, ну-ка. Ебать, ты дипломат. Я, блядь, там хожу мечом, всех в жопу тыкаю, а ты... Не, ну мне пока не надо, чтобы... Опять пришли. I'm ready to talk.
Я вот хочу наш остров весь захватить. Мне не идет. Я хочу остров. Я хочу быть островным, блядь, государством. Независимым, блядь, счастливым островным государством. А потом можно будет чисто ради фана тебе вассалитет предложить. Ну, чтобы ты мне этим был, сюзереном. Просто вассал, который больше сюзерена в 4 раза. А у тебя еще и плюшки от этого идут. Вот, кстати. Значит, чтобы получить от выбранного вассала. А, слушай, можно с него взять что-то. Следующий сорт золота. Мне золото надо. О, бля, я с вассалом могу взять за раз ресурс, прикинь, сколько мне надо. 315. Ну, а вот это я не соглашусь, если, ну, если ты согласишься, чтобы я твоим вассалом стал. Вот без вот такой хуйни, там у тебя в любом случае еще пассивная плюшка идет от твоего типа правления. Ну, точнее, от персонажа твоего. Так, ладно, пока. Ничего вот ради этого я тебе готов предложить стать вассалом. Ну, чтобы у тебя твоя работала механика особая. Да, я сейчас себе возьму второго вассала вот этого. А, Саламина. А ты я... потом все равно, говорю, конфедерацию делать, а меня просто, блядь, не трогай. Так, задание получено, тренировочный лагерь опять. А я не могу его построить. А у меня, кстати, задание тоже что-то нету. Почему-то пока не дают. О, я подрывник. Срок действия осады минус один. Подрывник. А, я ж копье не посмотрел, что дали, блядь, забыл. Ну ладно. Так, пока пиздуем сюда. Мне ж какой-то копейку дали. Неплохое такое, если скажу. Так, два хода еще. Ладно, улучшим стрелы до плюс 6, чтоб давали. Так, столяра я пока не могу сделать. Надо а, Ляня, это кобью, знаешь, что дает? Еще стоимость найма всех тяжелых пехотинцев минус 10%. А, неплохо. Прикинь. Очень неплохо. Ну, если учесть, что у меня будет плюс 40. Минус 10 все-таки сыграет. А что копье дает, интересно? Я не могу. А, я смогу посмотреть. У кого еще остался камень в этом мире? О, у абантов есть камень. Во, копье дает. Абанты, отдайте мой камень. Атака героя в ближнем бою плюс 6. Урон героя копьеносцам в ближнем бою плюс 70. Нихуя себе. Я, наверное, буду с копьем бегать. Все равно не на него. А, ты чё меня-то спрашиваешь? Чё хочешь, делай. Нет, я просто... Ввожу вас в курс дела, что копьё-то неплохое. Да. Так, сколько у меня уже камня собралось? Чисто, если покупать пацанов, то с этим бегать. С молотом. Если воевать, то с копьем. Копьеносцев стали пиздить, плюс 70. Такой затыкать их. Тык-тык-тык. Раз-раз-раз и по бойцу. Интересно, сколько у одного бойца ХП? Так, через два хода у меня будет полная двадцатка. Так, говоришь, лучников, да? О, цели дали. Ахейское влияние. Поддерживайте в указах в провинциях не меньше 60% данного влияния. Чё, блядь? Не понял. В наших территориях и так, по-моему, 60%, если не больше, архейского влияния. 56% пока. Трезен. Союзник призывает войска против армии. А, во-во-во-во-во! Пошел союзничек. Бля, я успею добежать. Не успеваю добежать. Он таки выдвинулся, блядь. Где ж ты раньше был, пес? Так. Ладно, сейчас пока не горит. Кстати, о, можно же качнуть. А это кто такие будут славные пращуры? Либо. У меня вот есть самые последние пращуры, аргавийские. Они, короче, уже идут с средними бойцами, и у них щиты есть. То есть пращуры, которые, блядь, хорошо защищены от ближнего боя. На щите или под щитом? Ну, это как тебе удобнее. О, в следующем ходу я смогу столицу улучшить. Блядь, не добегаю до этих петухов. Ну, ладно. Бля, у меня еще три хода будет войска собираться.
Ну, два точнее. Хотя сейчас вот эта единичка сработает. Ну, вот еще три придут, и я могу помочь попробовать. Так, так, так. Хотя сейчас не дойду. Сейчас я попробую взять солдатушек. О, у меня получилось... Появились воины Артемиды какие-то. Лучницы. Но им это невозможно. Фракция может нанять ограниченное число воинов. А, Артемиды. Ну ладно. Так, вот этих вот пацанов бы взять. Сколько будет наниматься? Один ход? Ага, и вот это один ход. Так, двух средних. Ну и... Бля, мантикей бы сделать своим вассалом, а потом в конфедерацию тоже ее пульнуть. И Спарта бы так, вообще бы всех, блядь, без войны бы забрать. На этом О, уже минус 18, я злой, дает это самое. Подкуп. Просто ты поодиночке, по единичке влепишь. Да. Ну, я у этого типа 4. Но тем не менее. Может тоже воспользоваться такой тактикой. Каждый ход, если по одному будет влияние, а убираться почему нет? Ну чисто без войны забрать все территории близлежащие, а потом все равно воевать придется. Строить то же самое. Ну так будет проще, чем мы как в первую катку свою воевали. Когда мы там вообще, блядь, охуевали. Хотя бы понемногу, понемногу, но... Давайте. Ну, сначала вассал, потом конфедерация, потом опять вассал, потом опять конфедерация. И так потихонечку себе территории расширять прямые. Так, а Тризан. Минус 78. У него меньше стало. Давайте вот на тебе дерево, что ли. На тебе жратовые. Сколько могу тебе дать? Ой, что-то ты еще жратвы, а толку от этого никакого. Они жратвы сами производят. О, у меня сейчас камень пойдет. Отлично. Так. Камень пойдет, потом на золото поставлю. Или лучше сразу улучшать лучников, потом уже все остальное. Так, ну ладно, со следующего хода нападу на этих петухов. А, кстати, что мне дали? Освоение земли. А, ну это надо, чтобы 60 было на это. Будет. Когда-нибудь, да, будет. Все. Продолжаем. А Саламин хочет у меня просто так 400 камня. Ты наркоман. Скажи нахуй, пошёл. Склони, блядь. Так. Спарта тебе что-то хочет. Военный союз. При этом дают 800 камня, 294 бронзы и 585 еды. А, он, не, по... я вот он походу не хочет напасть на этот, на Кефиру. Мы-то воюем-то с этим петухом. С Теринфом. Так он тоже воюет с ним. Бля, он пришел, покинь, напал на город. Который захватил Каринф. О, петух. Ну ладно, пускай забирает, если что. Да, он забирает, блядь. А, у него застрельщики есть нормальные. Это круто. Застрельщики, они бронебойные. Сейчас ему пизды тоже там. А он далеко не уйдет. Ему там жопа. Этот в потухах сейчас будет биться в конвульсиях. А этот наш на что нападает? Эпидавр опять. Это я же злой, они тебе не успокоятся, пока они будут это. Пока им пизды не дадим. Мы им сейчас дадим пизды, не боись. Сейчас тебе территорию отхватим, вот эти все, и дальше мои будем делать дела. Потом у нас отряда нулит, долбоёб. А он грабит чисто, он даже не это, не захватывает. Ну и вообще славно. Так, вот, блядь, царские вовщи делать или золото? Золото я, в принципе, рудник и так получить могу. Ещё у меня два средних отряда и пизда. Не можно захватывать. Сейчас, возможно, копье поставить. И пойти в атаку.
Он же, конечно, семерку с нулей. Блин, ну он опять все поломал, петух. Заебал. На восстановление не хватит денег. Такими темпами. Тебе дать, я у тебя попросить. Не понял. 50 дерева. У тебя там запрос. Ты хочешь у меня 50 дерева взять? Да, мне не хватает на улучшение города. А, блядь. Ты что-то вообще не понял. Твой микрофон вонючий. Блядь! Сука ебаная! Всё, говно! А, да, теперь не хватает избытка населения. Чё-то я просчитался. Ну ты наркоман. Ладно, похуй. То есть я мог тебе не брать дерево, а спокойно подождать один ход. Я в любом случае ждать один ход при этом, так что... Так, пацаны хильнутся, да? Я, короче, потихоньку поближе подошел. Да, я сейчас захвачу, наверное, его. Если у меня дойдет. То там стоит этот самый чувак. Истеринфа. Я думаю, в два рыла мы и захватим. Царская ты древесина. Верхнего тогда хуярь сначала. Да, верхний нахуй нужен. Сейчас этих, чтобы они уже не возвращались, не шли. Да, я захвачу. А, нет. Я говорю, отряд сверху, который у тебя стоит, его сначала пидоль. Потому что там, не забывай, город захватить мало. Надо, чтобы еще отряда боевых не осталось. Ну, тогда этого, пердану. Да, я про это говорю. Сука, убегает. А можешь его догнать? Не знаю, сейчас попробую. Да. На второй раз он уже убежать не сможет. На тебе, петух. Ишь, придумал ты чё. Бля, жок, сука, я хочу нажать кнопку, попробовать хотя бы раз играть за компьютер. Наверное, это надо выходить на поле боя, и тогда будет доступно. Ну, чисто попробовать, а сработает ли такая читерская механика? Если да, то мы сейчас остров вообще на раз-два захватим весь. И у нас появится ресурс, чтобы нормально развиваться. Так, а ты давай выбрать цель. Все. Так, ой, я сейчас смогу даже на марше добежать до города. Нормально, слушай. Повоевал. Марш еще выйти, надо умудриться. А, ну хотя да, ты просто ж пришел. Да, я в город. А, ну все, я тебя больше не могу нанять, ничего. Так, ну теперь надо ремонтировать, он тут мне попало, поломал всю хуйню. Еее, я крепость могу сделать. Еее. Счастье плюс 3 сразу будет. Так, и влияние увеличится. Кстати, у нас архейское влияние 78%. Чё ты пиздишь-то? В городе было 59. А, ну это в том может быть. А так, вон, в моих городах... Вон, 56%. Я 78. И в Steam Фалии посмотри. И Канри Инфи тоже. А 56. Я не вижу. А, ну по 56. Твой же город. По 56 там. Ну там они, а, походу, кстати, были тут заняты. Же немножко политику, дипломатию улучшили. То теперь можно этих отсылать. Типа шпионов. Mm-hmm. Надо будет попробовать тоже. Фу, уже 16, Дима. 16. А, этих самых минус 16, чтобы сделать вассалом. Саламин. Норм. Да, потихоньку сейчас разобьешься. Сейчас, наверное, сложнее будет нечисть идти, потому что ты через дипломатию пойдешь, у тебя, я так понимаю, плюшка на эту тему. А мне придется вручную всех хуярить. Текс. Зато как всех охуярим на острове, опять же, у нас будет прям до жопы ресурсов.
Так, а че я хоть улучшаю? А, золото улучшаю. Потом буду еду улучшать. Дальше пойду в завстрельщиков качаться и... до богов опять расти. Мольба к бесконечности, богосклонность всех богов, плюс 2 заход. Так, ну и все. А также там влияние, счастье. Так, договор обмена. Они хотят с меня... 50 камня. По-любому. Нет, не согласен. 52 камня вход я отдавать не готов. Я его, блядь, собираю совсем. Нихуя себе. 52 камня вход. Ну, бля, я говорю, я его, блядь, со все карты через торговлю получаю, они говорят, ну это, дайте нам камни. 52 заход. Ну, пожалуйста. Ну чё, тебе жалко, что ли? Нехватка ресурсов, Микены. Пошел процесс. Так, теперь надо... А, бронза. А куда тут убежал? А, в сторону Трезена. Ага. Вижу. А, это что, приперся ко мне теперь? Иди, догоняй этого петуха. Вассал какой-то тупой, пиздец. Посылаешь его нападать, и он ничего не делает. Так, а что мне на это... А, мне на столяра не хватает... дерева. Если сделаю столяра, то он мне даст еще плюс 116 или древесины вход дополнительно. Ладно, подкупим. Так, что у меня там? О, у меня 20-ка. Ой, Дима, я ставлю по телефону. Можешь мне кинуть 20 бронзы? У меня минус 17 идет и 0. Солдаты мрут. Да не вопрос, могу и больше дать. Не, у меня 20, сейчас я там это кидану. Чтобы они меня хильнули сейчас на этом ходе. Это тебе там бронза надо, да? Да, бронза. А то он город поломал петух, и теперь у меня в минусах. Да, 20 бы хватило. Но я у тебя брал же дерево, где? Брал. Да ладно. Во, а то они не считаю, хиляются. Сейчас мы будем в расчете. Трезен, блядь, ты и пойдешь этого пиздить-то? Я тебя уже 1000 раз послал. Отпизди этого петуха. Через 4 хода у меня будет охуенно все. У меня счастье наконец-то попрет. Так, попрёт. Ты встал, да? Всё, да, я под городом. Я с Максом. Там 20-ка стоит, чувак. Ну, убираюсь и бегу. Пиздарики тебе, петух. Получи, распишись. Там, заметьте, у меня 4 великана, блядь. Ну что, петушара, на кого ты нападал? Я тебя трогал. Опять, блядь, дубинка башку снес. Так как, сука, в этой игре это происходит? Никто не сдох, не, на класс. Ну и все. Захватить. Take it over. My renown grows. Так, тебе останется вот этого петуха добить. Ну там у него, да, еще один город. Добить. У него город-то еще внизу. Да похуй. Я туда все равно потом когда-нибудь пойду. Ну там там Спарта, может, спартанец его гопстопнет. Да они уже хуй знает сколько там стоят. Слушай, а что мне показано? Слушай, а чё, я могу Спартой командовать? Да, слушай, я могу командовать Спартой, чтобы нападали. Чё за нахрен? Это прикольно. Ну подожди, а вот этим я могу командовать? Нет, я не могу. Спарта же не мой вассал. Возможно, ты главный архиец. Ага. Не могу раздавать команды. Где еще есть какие-нибудь войска? Кем покомандовать? Блять! Сука, даже кач не работает. В теории ты, кстати, мне, ну, если у тебя анархийский в целом распространяется, то ты, по идее, можешь и мне что-нибудь при этом. Нет, тебе не дается, не появляется. Ну, я Спарта показал, чтобы напал на Теринф. Пускай ебашит. Чё, собственно? Норм. А я потом, ну, я сейчас, собственно, силу немножко подкоплю и пойду птичку хуярить.
Так, у меня качнулся мой У нее камень и пацанчик. золото, а у меня ни того, ни другого. Я считаю, это несправедливо. А, у нее еще и еда. У нее О, камень, какая золото и стоимость еда. отряда И дальнобойных дерево. отрядов. Дальнобойных отрядов, фарминг Вот он дерево. охуел, птичка. У него, блядь, все ресурсы, которые мне нужны. Все четыре. Ну, пизды ему даст сейчас. Просто Почти ПКД. все. У него, по-моему, нет этого. Бронз. Да, у него бронзы просто нет. Да и Так. похуй. Зато у него еда, блядь, есть. А у Медь, меня медь минус надо. 27 ход. Надо медь качать. Ёшкину медь надо прикачать. Блять, вот чё качнуть? Знаток муштрык, там, где начальный уровень всех отрядов плюс один, или уменьшение усталости. Наверное, возьму знаток муштры, а потом на щитовиков перейду. Все качай. И будет у меня щитовики на не на плюс 2, а на плюс 4 появляться новые. Так, сколько у Аякса? Не, пока минус 16. Не качнулось. Но ему дерево нужно. Сколько ему дерева нужно, чтобы... Нихуя себе. Слишком много хочешь, Аякс. 4-1. Что-то вообще... Вообще как-то не очень. Аз... Дерево. Золото. Ну, жрачка ему не нужна. Ладно. А камня? О, как камня всем нужно. Ой, не, не так. Давай, на тебя, держи 11. Вот так. Так, ну и этих тоже петухов. Break out the good wine, потихоньку, and let's talk. Потихоньку их. На нашу сторону. Acknowledge. Пускай им приход идет. Так, тут жрачку мне поломали, все пополомали, петухи. Ну и ладно. Ну и ладненько. А, кто там приперся? А, слушай, там эти пришли. Ну кто такие? I'm not afraid of Agamemnon. О, петух. Нихуя. А, это я прошу у него. На тебе дерево. А, да это слева. Похуй, они, мы с ними не воюем. Так он подошел к моему городу, понимаешь, он же не Я просто вижу подошел. Двумя отрядами. Но опять же, может он куда-то дальше пойдет. Чё-то я сомневаюсь. Хотя, блядь, рядом у него какой-то значок денег. Чё-то это мне, блядь. Да-да-да, он сейчас может просто дать этот самый. Ну, придется его тогда пиздить. Ну да, пойдем. Я тут всех выебью. Въебью. Ну, если он рыпнется, то тогда с Ионией начнем с его трех городов. Сука, не дают города даже восстановить, пидорасы. Ладно, все. А что мне там? А, ну все, это задание. Ладно, все, ход отдал. Главное, захватил Терин. Все, теперь этот пес не будет мозги ебать.